этот майский погожий день ровно 75 лет назад прозвучало долгожданное слово «Победа». За этим словом стоят миллионы отданных жизней и героизм ушедших и ныне живущих ветеранов. Они, как связующее звено на рубеже двух эпох, являются живым олицетворением памяти о подвиге советских солдат. Край же ТСУ славится своими героями. Отсюда в годы войны на борьбу с фашистскими захватчиками отправилось 120 тысяч человек. Половина из них погибла на полях сражений. Чуть больше полусотни были удостоены звания Героя Советского Союза. 11 из них – солдаты легендарной 28-й Панфиловской дивизии. В областном центре на сегодняшний день проживает 10 ветеранов войны. Встреча с ними в праздничный день стала доброй традицией для акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Хурметте есть. Уважаемая Алтынай Избулатова, от чистого сердца поздравляю вас с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ваши героические поступки в истории человечества проложили путь к нашей мирной жизни сегодня и нашему светлому будущему. Это никогда не будет забыто. Жизненный путь ветеранов, их служение Родине и патриотизм являются примером для подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания. Касым-Жомарт Токаев. Алтынай Избулатова на сегодня единственная женщина-ветеран в области. Потому глава региона Аманды Кабаталов начал с визита к ней. Наряду с многочисленными подарками он вручил Алтынай Избулатовой поздравительное письмо от президента страны Касым-Жомарта Токаева. Вместе с тем акимом была представлена книга по случаю юбилея Победы под названием «Ерліктің даңқы, елдіктің нарқы». В ней рассказывается о жизни и подвигах ветеранов ЖТСУского края. Будущим поколениям необходимо знать о героизме наших ветеранов на фронте, подчеркнул Аким области, пожелав Алтынай Избулатовой крепкого здоровья и долголетия. Будьте здоровы, апа, не болейте. Осталось 2 года до столетия. Дай Бог вам дожить до юбилея. Мы все желаем вам долголетия. В далеком 41-м Алтынай Избулатова окончила ускоренные курсы машиниста паровоза в Алматинском железнодорожном училище. В годы войны стала единственной женщиной, водившей локомотив. Несмотря на частые бомбежки и обстрел, ее бесстрашие и отвага помогли ей добраться до Германии. А победу она встретила уже во Франкфурте. У знаменитой фронтовички множество орденов и наград. Среди них орден Отечественной войны первой степени за отвагу в труде, медали за оборону Сталинграда, за победу над Германией и многие другие. Алтынай Избулатова – живой свидетель парада, который принимали маршалы Жуков и Рокоссовский. Жизненный путь паровоза ПА стал основой для многих книжных публикаций. Здоровья вам крепкого, честно служите народу, желаю вам семейного благополучия. Ждали визита акима области Аманды Кабаталова и в семье ветерана Михаила Баранова. Я вас пришел от имени президента поздравить с праздником. С вашим великим фестивалем Победы. Вот вас. Как и многие юноши советской страны, Михаил Баранов решительно отправился на борьбу с фашизмом в возрасте 18 лет. Воевал на 2-м Украинском фронте в составе 796-го стрелкового полка. Имеет боевые ранения. В послевоенные годы он посвятил себя работе в сельском хозяйстве. Наряду с другими ветеранами Михаил Баранов вошел в летопись истории, запечатленной на страницах книг. Вы легенда, вы должны вот в веках жить, быть примером для молодежи. Есть доля правды в словах главы региона Аманды Кабаталова. Ветеранам Великой Отечественной войны суждено быть легендой. Ведь они – яркий пример мужества и героизма в борьбе с фашизмом, ставшей в те годы угрозой всему миру. Гульмира Тимиргалиева, Жасулан Шенкенже, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. С каждым годом ряды ветеранов редеют. 75-ю годовщину Великой Победы в Карасайском районе встречают всего 7 ветеранов. Чтобы поздравить их от имени акима области, сегодня в регион со специальным визитом прибыл первый заместитель главы региона Лязат Турлашев. Чем дальше от нас те грозные военные годы, тем больше мы осознаем величие подвига наших героев. Память о нем священный для нас всех долг, отметил первый заместитель акима Алматинской области, поздравляя с Днем Победы ветерана Шарибая Урамбекова. Он ушел на фронт 18-летним юношей. На линии фронта получил тяжелое огнестрельное ранение в Кемеровской области Российской Федерации. Но собрав волю в кулак, он все-таки встретил ту великую победу в 45-м году. Сейчас каждый момент тех нелегких лет он вспоминает со слезами на глазах.
Ранение я получил в Кемеровской области. В бою с немцами ранил правую руку и, несмотря на это, еще 8 месяцев воевал. Это были сложные и трудные времена, о которых я даже не хочу вспоминать. Главное, что сейчас у нас мирное небо над головой. Мы живем в независимой стране. Дай Аллах, чтобы в мире не было таких кровавых войн. Желаю всем казахстанцам счастья, здоровья и светлого будущего. Боевые заслуги Шарипа Ата отмечены многими наградами. И в канун 75-летней годовщины Великой Победы его труды оценены президентами Казахстана и Российской Федерации. Специальное поздравление и юбилейную медаль ему вручил первый заместитель акима области Лязат Турлашев. После войны Шарипай Урамбеков вернулся в родное село Жандосов Карасайского района. Здесь и встретил свою первую любовь. Вместе с Кулжахан Тулебаевой, рука об руку, они прожили более 40 лет. Воспитали 2 сыновей и 1 дочь. У меня отец умер, оказывается, когда мне всего годик было. Мама потом, с 3 детьми вышла замуж. И вот уже почти больше 50 лет мы живем. И я не считаю его отчимом, он мне как отец родной. И он был очень строгим, как воспитывал нас, чтобы мы были самостоятельны всегда. Как воспитание очень хорошее, мне кажется, он нам дал. Спасибо, конечно, ему. Несмотря на почетный возраст, ветераны, дожившие до 75-й годовщины Великой Победы, сохраняют силу духа и способны увлечь молодое поколение. В этом году указом главы государства каждому ветерану Великой Отечественной выделено по 1 000 000 тенге, а по всей стране доставлены персональные поздравительные президента страны. Азат Жумаханов, Аманжол Жункешев, телекомпания ЖТСУ из Карасайского района. Пусть их немеркнущая слава оставит в прошлом страх войны. Пусть будет мирная держава, пусть дети спят и видят сны. Уже 75 лет прошло со дня Великой Победы, но ужасы войны отпечатались в памяти народа на века. Никто не забыт, ничто не забыто. Миллионы воинов пожертвовали собой, чтобы сегодня мы могли спать спокойно и жить в мире и согласии. Пережил кошмары войны и вернулся с победой на родину Кантарбай Сарсенбай. Почетный гражданин Коксульского района родился в 1924 году и отдал свою молодость отчизне. 1942 год. Разгар войны. Тогда никто не знал, что она затянется на 4 долгих и сложных года. В том году 2 сентября присоединился к войскам СССР 18-летний юноша Кантарбай Сарсенбай. Уроженца Коксульского района отправили на территорию Восточной Пруссии. Был автоматчиком, охранял «Катюши», проявил себя как отважный воин и отличался несгибаемым характером. Пережил все ужасы войны и все ради светлого и свободного будущего наших потомков. Делится эмоциями Кантарбай Сарсенбай. В конце 1944 года получил тяжелое ранение обеих рук, вследствие чего был отправлен на лечение в больницу. Там в госпитале и встретил долгожданную весть о победе со слезами на глазах. Первый парад победы там принимал. Все видели маршалы Советского Союза. Пугенни, Барашилов, Жуков, Рокоссовский, командующий. Перед нами стояли, перед нами был там парад. Мы встретили. Потом вернулся домой в 45-м году. Сейчас дедушке уже 96 лет, но события войны помнит в подробностях. Помнит, как представили к награде. За проявленный героизм был награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени. В честь 75-летия Победы особую благодарность за вклад в дело Победы и становление своей страны выразил президент Касым-Жомарт Токаев и аким Алматинской области Амандык Баталов. Письмо в торжественной обстановке с теплыми пожеланиями вручил ветерану заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев. День Победы – великий и знаменательный день. Спасибо вам, ветеранам, за мирное небо. Мы никогда не забудем Великую Отечественную войну. Желаю вам прожить как можно больше лет и крепкого здоровья. Кантарбай Сарсенбай с супругой прожил в счастливом браке долгих 70 лет. Воспитали 9 детей. Сейчас наблюдает за успехами 25 внуков и 45 правнуков. Пусть никогда не повторится война и будет всегда царить мир, говорит ветеран войны. Еламан Рамбеков, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Все дальше от нас трагические события Великой Отечественной войны. Все меньше остаются среди нас ее участников. Ветераны – это живое олицетворение минувшей эпохи. К слову, в нашем регионе их осталось всего 64 человека. Акимат Алматинской области уделяет внимание участникам Великой Отечественной войны, посещая их с визитом и отдавая дань уважения.
В этом году 75-я весна Великой Победы совпала с чрезвычайным положением из-за пандемии коронавируса. Но праздник 9 мая невозможно ни отменить, ни перенести. Поэтому в этот день заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов лично вручил поздравительное письмо ветерану края ЖТСУ, талдыкурганцу Николаю Богданову от президента Казахстана. Уважаемый Николай Федорович, сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ваш беспримерный в истории человечества героизм обеспечил потомкам светлое будущее и мирное небо над головой. Память об этом подвиге будет жить в веках. Ваш жизненный путь является ярким примером истинного патриотизма и служения Родине, нравственным ориентиром для нашей молодежи. Желаю вам бодрости духа, здоровья и благополучия. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Также ветерану войны Батыржан Байжуманов выразил глубокое почтение от лица акима Алматинской области Амандыка Баталова. Он отметил важный вклад каждого, кто воевал на линии фронта и трудился в тылу. Свой вклад в общее дело внесли и вы, и сегодня священный долг каждого из нас чтить вас. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, заботы родных и близких. С уважением, аким Алматинской области Амандык Баталов. Николай Богданов свой доблестный путь начинал минометчиком на 3-м Белорусском фронте. Принимал участие в освобождении Минска, Вильнюса, где получил ранение. Имеет награды. Орден Отечественной войны первой степени, медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. И хотя в нынешнем году ветерану исполнится 94, у него, как и 75 лет назад, стальной характер, железная воля, а в груди бьется гордое сердце. Это очень большая честь, когда помнят о тебе. Хотя... Возможно, миллионную долю, возможно, я вложил. Я этим горжусь, что все-таки победа за нами. Николай Богданов уверен, что молодое поколение – достойные наследники победы, которые сберегут и приумножат достижения своих героических предков. Евгения Присяжная, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Праздник Победы – день всеобщей гордости, скорби и безграничной благодарности солдатам-героям. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и на страницах истории. Благодаря мужеству отцов, дедов и прадедов сейчас мы живем под мирным небом. В эти дни слова глубокой признательности участникам Великой Отечественной войны выражают все казахстанцы, в их числе и члены партии «Нур Отан». Без преувеличения, ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковалев – уникальная личность для кирбулакцев. В Куримбельской долине он единственный оставшийся в живых фронтовик. Поэтому отношение у местных жителей к нему особое. Попроведать героя приходят десятки людей. В свои 95 лет всех гостей встречает и провожает Иван Ковалев сам, без чьей-либо помощи. О войне ветеран говорит неохотно. Желает потомкам, чтобы такого события в их жизни больше никогда не происходило. Я был и в Фульбаке. Летное училище, Армавирское военно-авиационное училище, 4-я эскадрилья, город Андижан. А потом попал в 51-й запасной стрелковый полк. Стрелял с этого, с устного пулемета Дегтярева. Брали этот, Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии. В честь праздника пришедшие в гости члены партии «Нур Отан» вручили ветерану поздравительные письма от имени главы государства и акима Алматинской области. Без внимания партийцы не оставили и фронтовика Николая Огнева. Его военный путь начался в 1942 году, в возрасте 18 лет. Участник легендарного сражения Курской дуги. Воевал в составе 233-й стрелковой дивизии Степного фронта. Награжден множеством орденов и медалей за боевые заслуги. Мир был во всем мире. Война – это чудовищное преступление, вот, которое пережили наши страны. В последнее время Николай Огнев испытывает сильные проблемы со здоровьем. Пользуясь случаем, он попросил, чтобы раз в неделю медики местной амбулатории приходили к нему домой. Партийцы просьбу приняли к сведению. Ну, это возможно, конечно, сделаем. Есть участковые врачи, есть здесь районная больница. Мы этот вопрос на контроль поставим, после чего наши врачи будут посещать Николая Ивановича, консультировать его, лечить, то есть смотреть за его здоровьем.
Увы, с каждым годом, а то и месяцем, ряды ветеранов редеют. На сегодняшний день в Алматинской области осталось лишь 64 доблестного солдата Великой Отечественной. Но никто не забыт, и ничто не забыто потомками. Ведь именно отвага и смелость наших дедов и прадедов спасла весь мир от гнета фашизма. Ануар Амангельдинов, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Этот день мы приближали как могли. 75 лет. Ровно столько времени прошло с момента победы в самой кровопролитной войне в истории человечества. За мир и спокойствие боролись миллионы советских граждан. Свои жизни на кон положили и наши соотечественники. В их числе и Толебай Шектыбаев. 3 года он сражался на передовой. Получил многочисленные ранения. Однако, несмотря ни на что, он вернулся домой с победой. Толебая Шектыбаева война застала совсем юношей. Во время вторжения фашистской Германии ему не было и 16 лет. Вместе с 2 старшими братьями он ушел на фронт. Увы, вернулся только он. Ветеран принимал участие в освобождении Венгрии и Белоруссии. В ходе битв получил многочисленные ранения. Каждый бой был как последний, вспоминает он. Война самая ужасная, что может произойти с человечеством. Много моих товарищей полегло в те годы. Я до сих пор помню каждого из них. Сколько же лет прошло. Я хочу обратиться к молодежи. Цените мир, завоеванный кровью наших отцов и дедов. Учитесь, развивайтесь, а также трудитесь неустанно для процветания нашей Родины. Героический боевой путь Толебая Шектыбаева отмечен заслуженными наградами, орденом Великой Отечественной войны первой степени, медалями за победу над Германией и за отвагу. Немало наград и за заслуги в мирное время. После войны доблестный солдат Победы работал в селе ветеринаром, бухгалтером, экономистом, а также директором совхоза. Мой отец – настоящая гордость нашей семьи и страны в целом. Он часто рассказывал нам про те ужасные годы. Мой отец – настоящая гордость нашей семьи и страны в целом. Он часто рассказывал нам про те ужасные годы. Холод, слякоть и смерть – вот через что он прошел. Сегодня он уважаемый ветеран. У него 7 детей, 12 внуков и столько же правнуков. Мы все обязаны низко поклониться всем ветеранам Великой Отечественной войны. Самый трогательный день. Дань уважения живой легенде выразило руководство области. Ветераны поблагодарили за мирное небо над головой и вручили небольшой презент. Памятную книгу к 75-летию Победы и благодарственное письмо от главы государства Касым-Жомарта Токаева. Алата, рахмет көп-көп, денсаулық тілеймін сіздер. Мейрам құтты болсын, бәрдеріңіз аман болыңыздар, ел жұртымыз аман болсын, әдеханадан сау болсын, келешегі зор болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Бодрость духа и крепость тела до сих пор не покинули 95-летнего ветерана. Несмотря на почетный возраст, его выправка точно такая же, как в молодости. Он – живая легенда и настоящий пример мужества и патриотизма для каждого из нас. Дамир Анитов, Кайрат Кастырганов, телеканал ЖТСУ. Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг народа. Память о героях навсегда останется в сердцах. Сегодня душевные поздравления для ветеранов звучат по всей стране. Для тех, кто сделал, казалось бы, невозможное, кто прошел войну – и невероятной ценой добыл для нас победу. Николаю Кононенко было 18, когда он ушел на фронт. В 1942 году, пройдя курс молодого бойца 318-го учебного полка, участвовал в ожесточенных боях на Украинском фронте. А в 1943 году назначен командиром орудия 303-го стрелкового полка. Будучи танкистом, воевал в битвах за освобождение Украины, Румынии, Венгрии, Молдавии, Чехословакии и Австрии. При освобождении Будапешта ветеран был тяжело ранен плечом, что привело к инвалидности второй степени. За боевые заслуги и проявленный героизм Николай Кононенко был награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за боевые заслуги в разные послевоенные годы, представлен еще ко множеству юбилейных наград. Пулевая. Меня разрывной пулей ударило в лопатку. Лопатка разорвалась, она уколола лопатку. Вот я 6,5 месяца лечил ее. Сейчас еще работает рука, работает, только вот не поднимается.
Николай Кононенко с большим воодушевлением ждал этого большого праздника – Дня Победы. Тогда этот день, 75 лет назад, встречали салютом, залпами орудий, вспоминает ветеран. И сегодня ветерана самой кровопролитной войны поздравляют все за отвагу, которую проявил солдат, нелегкий труд в послевоенные годы. Сегодня благодарственные письма всем ветеранам Великой Отечественной от президента Касым-Жомарта Тукаева разлетелись по всей стране. Одно из них, заместитель акима Алматинской области Женя Стуяков, доставил бойцу Победы лично. Поздравляю всех ветеранам Отечественной войны, всех, кто участвовал в победе, всех тружеников, которые мантулили, работали на благо Родины, на благо Победы. Вот. Всем счастья, здоровья и всего хорошего. За долгую жизнь Николай Кононенко с покойной супругой Прасковьей Чудченко вырастили 4 детей, 12 внуков и столько же правнуков. Внуки, дети, их сейчас рядышком нет, потому что время карантина, не могут приехать. Я хочу от имени их сказать, что мы вас очень любим. Спасибо. Крепкого вам здоровья желаем. Всем, кто приезжал поздравлять, я благодарна. Каждый год не забывают, приезжают, поздравляют. Спасибо большое. Несмотря на боевые ранения и инвалидность, послевоенные годы Николай Кононенко наряду со всеми трудился в колхозе. Работал в строительной бригаде. Имеет звание почетного строителя Казахстана. Алексей Цой, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Память бесценна. 75-я годовщина Великой Победы оказалась особенной для семьи Имбергеновых села Көпірлік Каратальского района. Совсем недавно они узнали о судьбе дедушки, пропавшего без вести, Мади Имбергенове. Было известно только то, что он участвовал в Ржевской битве. Маленький памятник села Көпірлік в Каратальском районе имеет внушительный список. На фронт в годы Великой Отечественной войны из этого села отправились 250 человек. Воевать с фашизмом ушли и три брата Имбергеновых – Мади, Осан и Омар. Отца они лишились еще до войны. А больная мать, не выдержав весть об уходе сыновей на войну, умерла за день до их отправки на фронт. Сыновья умершей матери, похоронив ее сразу, отправились на фронт с района Бюриль-Төбе. Удары судьбы были тяжелыми, так как потеряли родителей и видели ужасы войны. Спасибо им за мир и единство, которые у нас сейчас есть. Три брата, три судьбы. Омар Имбергенұлы попал в Сталинград. В 1942 году оказался на Северном Кавказе. Получил ранение и вернулся на родину. Награжден орденом Красного Знамени. Осан Имбергенұлы был пулеметчиком в Таманском полку. Отличался героическими подвигами под городом Майсен и в битвах на территории Украины. Удостоился ордена Красной Звезды, 2 и 3 степени ордена Славы и множество других наград. Вернулся с победы на родину в 1945 году. А вот судьба Мади Имбергенова сложилась иначе. Он воевал под Ржевом, домой не возвратился. Отправили с фронта уведомление, без вести пропавших. Век новых технологий, младшая сестра посредством интернета смогла найти информацию об Осане Имбергенове. Все данные когда-то были засекречены, сейчас база в свободном доступе. Благодаря этому мы знаем о дедушках больше. Мади ата воевал рядом с Маншук Мамедовой. Они все вместе боролись за наши жизни. Бесценную информацию о войне Мади Имбергенове нашли в электронном архиве на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа». По официальным данным, он погиб героически под Ржевско-Вяземским выступом. В летописи истории битва сохранилась как Ржевская мясорубка. За 14 месяцев ожесточенных схваток там погибли более миллиона человек. Сын погибшего Мади Имбергенова, Аташ, так и не дождался вести о судьбе своего отца. Отец Аташ всегда мечтал узнать о судьбе моего дедушки Мади. Увы, не суждено было сбыться желанному. Благо, сейчас мы можем знать о героических поступках предков. Особенно символично узнать информацию в честь 75-летия Победы. Теперь потомки солдата планируют посетить место гибели предка, чтобы отдать дань уважения за мирное небо и светлое будущее. Елеман Раймбеков, Гульжанат Макужанова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. На протяжении уже нескольких десятилетий ежегодно в честь Великой Победы в Талдыкургане возлагают цветы и венки к вечному огню, что находится у подножия памятника скорбящей матери.
В этом году, несмотря на пандемию, традиция не будет нарушена. Однако участвует в церемонии ограниченное количество людей. Но самое главное не массовость, а сам процесс, смысл которого – вечная память, благодарность потомков к тем, кто ковал победу, кто пал в бою и кто подарил миру мир. По праву этот день считается великим, ведь ради победы было отдано все – силы, здоровье и, самое главное, жизнь. На полях сражений погибли порядка 27 миллионов советских воинов. В суровые годы Великой Отечественной на защиту Родины отправились более 120 тысяч житосурцев. Половина из них погибла на фронте. Память павших священна для всех – от мала до велика. В стране и в Алматинской области, в частности, к фронтовикам относятся с особым почтением и любовью. Нынешнюю 75-ю годовщину Великой Победы встретили 64 ветерана Алматинской области. Каждый из них получит от государства по 1 миллиону тенге. Свято чтят житосурцы и память павших. В Алматинской области имеется 238 памятников воинам Великой Отечественной войны. В этом году 119 из них пройдут реставрацию. По данным Википедии, в 20 странах мира есть 333 вечных огня. Хотя эти данные электронной энциклопедии ее создатели считают неточными. В Талдыкургане вечный огонь был зажжен в 60-е годы у подножия памятника скорбящей матери в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь, как символ памяти о доблестных солдатах ЖТСУ, на гранитных плитках выгравированы фамилии 302 павших в боях наших земляков. Специально к юбилейной дате региональное управление молодежной политики запустило воздушный шар с изображением ветеранов. Тем самым молодежь ЖТСУ хочет выразить глубокую признательность день поколению победы, героев. День победы! День победы! Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Память вечна. Немало песен и стихов посвящено мужеству, храбрости и стойкости наших отцов, дедов и прадедов. Чтобы пополнить золотую коллекцию произведений о подвиге героев, в Алматинской области специально к 75-летию Победы инициировали онлайн-флешмоб. Участие в нем приняли 120 человек. Инициатором праздничного флешмоба выступил акимат Алматинской области. Как только пресс-служба учреждения разместила в соцсетях объявление, от граждан сразу же поступила незамедлительная ответная реакция. Между нами снега и снега. Дайте яме найти нелегко, а до смерти четыре шага. Всего за неделю видео участников собрало почти 70 тысяч просмотров. Аудитория в социальных сетях просто была в восторге от стихотворений малышей и песен представителей старшего поколения. Под онлайн-выступлениями положительные отзывы оставили свыше 2000 человек. Сегодня на республиканских порталах Тенгриньюз и Массагет с 10 до 20 часов в онлайн-режиме шагал бессмертный полк. Трансляцию вели на Салем Social Media и iTube.kz. Так казахстанцы проявили свое единство, почтение доблестных воинов Победы и высокую гражданскую сознательность. Пока помнит о подвигах участников Великой Отечественной современное поколение, память о Великой Победе будет жить всегда. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ.